Весело, интересно и, конечно, спортивно. Именно с таким настроением прошла уже 11-я по счету спартакиада городского округа Щелково среди дошкольных учреждений. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья собралось в этот раз 33 команды, а это более 300 человек – детей, педагогов, родителей и болельщиков. Мероприятие проводится с целью патриотического воспитания и физкультурно-спортивной работы с подрастающим поколением в рамках десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным с 2018 по 2027 год. Поприветствовал собравшихся на мероприятии заместитель главы администрации городского округа Щелково Дмитрий Толмачев. Уважаемые родители, уважаемые руководители образовательных учреждений, позвольте вас поприветствовать от имени главы нашего города Андрея Алексеевича Булгакова. У нас есть в городе замечательная традиция проведения подобных спартакиад. Все пришедшие поделились на команды и должны были выполнить различные задания в увлекательных эстафетах. Бег с обручем, прыжки, кидание мячиков, ручеек – вот лишь часть конкурсов, в которых участникам надо было проявить скорость, сноровку, энтузиазм и командный дух. Родители и дети, пришедшие на спортивный праздник, зарядились отличным настроением. Ведь такие мероприятия – это хороший повод провести время интересно и с пользой. Это весело, здорово, и это объединяет и семью, и общество в целом. Мы любим заниматься спортом, с семьей всегда катаемся на велосипедах, зимой на лыжах, ну и любим участвовать в таких мероприятиях. Мне понравилось, ребенок счастлив, поучаствовали в очень интересной эстафете. В завершении спартакиады все команды устроили на поле яркий и запоминающийся флешмоб с платками. По итогу спортивных состязаний победила дружба. Ну а разве может быть иначе? Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.